Анастасия Ещенко, привет. Как твои ручки? О, Олега Соколова добавь сразу, блядь. Очную ставку сейчас будем проводить, блядь. Закинь, закинь, но они парой должны быть, блядь. Да, да, да. Да, только они оба без микро, блядь. Олег, вы можете сказать что-нибудь свое оправдание? Самое... Так. Привет. Так, привет. Так. Алло. Слушайте, а метод Григория Гробового-то работает? Сериал «Метод» Григория Горбового, да? Это еще один честный человек оклеветали, блядь, петухи. Ещенко, блядь, ты можешь что-нибудь сказать? Лан Соколов там дышит. Скажи что-нибудь, ну, Ещенко. Пошути мне что-нибудь, как бы, что ли. Мне как бы трудно говорить. Что? Ну, мне было бы тоже трудно говорить вообще. Ладно, Соколову легче говорить. Соколов, прекрати дышать и начни говорить. Соколов, сними вот эту хуйню для дебилов, которую на тебя надели, блядь, в суде. Вот эту. Да, маску Ганнибала Лектора, давай снимем. Там не маска, ему шлем на голову надели, какого-то хуя, блядь. Я не знаю, как это устроено, но он, короче, в костюме ОМОНовца сидит, блядь. Он, видимо, это называется ходатайство по случаю священного праздника Хэллоуин, День всех святых. Дайте мне костюм ОМОНовца и автомат Калашникова, и дали мне. Я ничего у вас не прошу, только, пожалуйста, уважьте мою просьбу. Дайте мне, пожалуйста, бронежилет, автомат Калашникова. Я ученый, я не могу читать. Я не могу читать без ножей, бронежилета. Два патронтажа хочу, как Панчо Вилья. Я не могу без моего костюма Панчо Вилья, блядь. Я просто невозможно. Мне дайте комплект ножей. Блять, это топор томагавк, нахуй, блять, сука, да, это Миниханова, президента Татарстана, позовите сюда, трахну, блять, я ученый, понимаете, я не могу без того, чтобы трахнуть президента, блять, малых республик Российской Федерации, я просто переживаю за свою научную деятельность, понимаете, я краевед, позовите меня. Миниханова, пожалуйста, срочно. Блин, еще басусь, Мургила хорош. Он упал, потом начал Мисуловину отсасывать, говорит, блядь, дай ты, пожалуйста. Я ученый, блядь, нихуй во рту, блядь, российский ученый, блядь. Как тебе косплей российского ученого, да? Ну что, Анастасия Ещенко, будешь говорить что-нибудь? Я могу, правда, кое-что сказать. Давай. Ну давай. А, куда ушел Олег? Не знаю, он сидел. Простить Миниханова. Он довольно надолго ушел, бля. Кстати, Олег так-то. Он ушел подольше, чем я? Они ушли. Я просто пришла сюда, чтобы поговорить именно с ним, а он ушел. Я как бы вернулась. Я думала, он обрадуется, что я вернулась. Жесть, блядь. Короче, закидывают труп Ещенко в камеру, блядь, к историку, и жену привезли. Это невеста приехала. Невеста приехала. Ладно, Настен, давай, удачи тебе, короче, на том свете.
Вы понимаете, я ученый, я только об одном прошу, принесите мне отрубленные руки, блядь, из рентгеновской. Мне очень мне нужна научная деятельность, я не могу, я прошу меня. Можно мне повезет? Так, Кирпав, приветствую.